Саша Север не отказывает в общении человеку, если он интересуется его жизнью или же жизнью по понятиям. В одном из диалогов криминальный авторитет отметил, что для любого мужчины самое главное – это его слово, независимо от того, кем он является – обычным человеком или же уважаемой персоной в криминальном мире. Если он когда-то кому-то дал обещание, то обязан непременно его выполнить, несмотря на то, какие ему усилия для этого придется приложить. Как бы ни поменялась ситуация, сегодня выгодно белое, а завтра черное, ибо от эту марку многие меняют позицию, оправдывают все эти изменения обстановки. Слово мужчины – это святое, причем, по мнению Саши Севера, его слово не стоит никаких денег, оно бесценно. В жизни был случай, когда ему предложили обмануть человека и изменить свое мнение из-за очень большой суммы денег, размер которой достигал несколько миллионов долларов. Под честное слово авторитета, ему заняли бы деньги торговцы. Но Саша Север отказался от такого предложения и все равно сдержал свое слово, а подстрекателю дал подзатыльник. Вор в законе уверяет, что если человек будет так поступать всегда, то только в таком случае к нему появится доверие и уважение. Остальные люди будут знать, что на этого человека действительно можно положиться.